И в столице Южного Урала пациенту вживили в тело дефибриллятор нового поколения. Он автоматически срабатывает, если жизнь человека находится под угрозой. А вся информация с установки попадает в руки врачам через специальный программатор. Сейчас идет связывание дефибриллятора с программатором. Программатор выглядит таким вот образом. Дефибриллятор срабатывает, когда сердце человека находится под угрозой. Например, увеличивается частота сердечных сокращений и наступает тахикардия. Такое умное устройство вживили на сердце Владимира Колесникова. В прошлом году, как я понимаю, месяца полтора я проходил на ногах с пневмонией. Не было температуры, не было хрипов, только кашель. И только на рентгене обнаружили, что у меня пневмония, когда я уже начал, в принципе, задыхаться. Пролечили пневмонию. На кардиограмме обнаружили вот это, аритмию. Владимир Колесников – первый пациент, кому сделали такую операцию в Челябинске. Она не требует разреза грудной клетки. Если сердце пациента перестает качать кровь, устройство подает разряд и перезапускает работу органа. А на программаторе врачи видят, когда была угроза жизни пациента. В данном случае нам показывает устройство, что шоков не было, желудочковой тахикардии у пациента зарегистрировано не было. Новые дефибрилляторы размером со спичечный коробок, и на реабилитацию после его установки пациенту требуется всего несколько дней.